Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала под названием «Сын». По сюжету действие происходит в городе-миллионнике. Зауральский и фокусируется на учительнице музыки по имени Александра Полякова, которая страдает от внутренней замкнутости после исчезновения ее 4-летнего сына Дани несколько лет назад. Эта трагедия привела к разрушению ее брака с отцом Дани, Антоном. И единственным источником утешения для Александры стала ее работа в музыкальной школе. Однако она по-прежнему ощущает глубокое одиночество даже в окружении своих любимых учеников и коллег. Несмотря на все трудности, Александра не теряет надежды найти своего ребенка, хотя полиция убеждает ее в том, что шансов на это нет. В один день Александра замечает в телевизионных новостях мальчика, очень похожего на ее сына Даню. Однако никто не принимает ее слова всерьез, окружающие считают, что после такой потери несчастная мать просто сошла с ума и пытается найти надежду там, где ее нет. Единственный, кто поверил в доводы Александры, оказывается майор Орлов, отец одной из ее учениц. Он начинает свое собственное расследование, чтобы выяснить правду, и его усилия приводят к шокирующим результатам. Майор Орлов подтверждает, что материнское сердце не ошибается, и что мальчик, которого Александра заметила в новостях, действительно является ее сыном. Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Антон Филипенко, Илья Сенцов, Евгения Каверау, Ольга Смирнова, Алексей Барабаш и другие. Премьера сериала «Сын» состоится уже 10 июля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.